Конфетки-бараночки, прянички. Мы в Туле с вами. Футбольная Тула и День пряника официально был вчера. Но праздник продолжается, праздник всегда с нами. Арсенал, Тула, Уфа. Это Мелбет, первая лига. Это 12-й тур. Корнюшин в центре обороны сегодня. Ничего себе. Да, конечно, вместе. Ну, давай, если вот поспорим. Вопрос был, да, где он будет играть. Эксперты даже возмущались некоторые, мол, зачем брать и Корнюшина, и Стоцкого. Но вот сейчас Корнюшин в центре обороны с Кутиным. Сан Саныч с основой, со стартовым составом определился. Поэтому эти 11 получили отдых на кубковую. Ух ты, смотри, какая передача. Левашов и Анисимов. Не попадает в ворота. 27-й номер, воспитанник Санкт-Петербургского футбола. Первый опасный момент в матче в исполнении Уфы. Но, в общем-то, у Арсенала с фанатами все становится лучше и лучше. С игрой первое место. Момент, удар, забивает Левашов. Добивание нет. Второй подряд супер момент от Анисимова. И что там показывают? Опять недовольны чем-то тренер. И вышел Орехов, помощник Стражука. Что-то не нравится в розыгрыше. Почему там Берников остался или что? Падение в штрафной. Это, кстати, вот тот самый Семенчук, о котором ты только что упоминал. Да, я его фигуру вижу. Но там, на самом деле, вот тоже, что сейчас в стоящий момент у Малика. Удар в ближний, не попал, хватается за голову Сторожук. А вот что касается Александра Александровича Стражука, если уж позволишь, да, я закончу эту конечно, тему. Конечно, конечно. А настолько сейчас команда, настолько сильно команда на взводе, что никто из Туликов... Давай посмотрим. Еще момент! И нет, снова здесь защитник успевает подставить ногу, помогает Валерий Бочаров в борьбе с Ткачевым, который, падая, мяч в ворот отправляет. По большому счету, сегодня это решение матча. Турищев слева! А Ткачев, Ткачев. Это был Сергей Ткачев. Какой удар! И Олег Баклов, ты просил. Ты просил. Прошу прощения, да, это был не Турищев, а Ткачев, конечно же. Ждали Гастарова, он первым переоделся из тех, кто должен появиться на поле. А в итоге вот Шамиль Исаев, вот Владислав Ложкин, они уже... А вот Пасевич! Пасевич штрафной! Ах! Роман Пасевич, как же обокрал, как же сейчас расправился. Дальше Адаев, дальше на бровочку вот сюда, да, покатить можно перчонку, подача капитана. Прострел Адаев и нет, Агиян, момент сумасшедший. Сейчас вполне могла еще и в Уфу развязка в пользу Уфы случиться. Он на бровке, да, встал. Кутин на Стоцкого. Стоцкий под левую ногу, подача, и все-таки мяч уходит за ворот. И на этом все. Конец матча. Роман Вагин и Николай Трубин для вас отработали эту игру. Коля, ты пошел к игрокам, да? Да, спасибо вам большое, друзья, за то, что вы были с нами на протяжении всех 90 минут. Это была веселая игра. И давай скажем прямо, Уфа сегодня играла лучше.